С наступлением весной сухой погоды увеличивается тенденция возникновения пожаров. Происходит это по неосторожности человека. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Уважаемые граждане, напоминаем вам, не поджигайте сухую траву ни при каких обстоятельствах. Останавливайте тех, кто сжигает траву. Вред, наносимый травяными пожарами, может быть очень существенным. Не разводите огонь на торфяных почвах и вблизи деревянных строений. Не позволяйте детям играть с огнем и разводить костры без присмотра взрослых. На дачных участках сжигайте мусор и отходы только на специально оборудованных площадках. Стоит отметить, что поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут административную, а в случае наступления серьезных последствий и уголовную ответственность. За нарушение требований пожарной безопасности частью 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 20 до 30 тысяч рублей и на юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. Если вы стали свидетелем возгорания, незамедлительно сообщите об этом по телефону 101 или 112 с мобильного телефона. Будьте внимательны и аккуратны, берегите свою жизнь и жизнь своих близких.